Более 500 протоколов с начала года. Такой результат борьбы с должниками за вывоз мусора. Об этом сообщил директор предприятия «Коммунтранс». По его словам, большая половина протоколов уже рассмотрена. В результате абонентов, которые не заключили договор на вывоз отходов или не платят за услугу, оштрафовали. В зависимости от решения суда, размер взысканий колеблются от 340 до 1760 гривен. Рейды по выявлению неплательщиков еженедельно проводят работники предприятия и правоохранители. За вывоз мусора макеевчане задолжали «Коммунтрансу» около 7 миллионов гривен, отметил директор предприятия.